привет! Меня зовут Илья Лобниц, и это 11-й выпуск Iron Globe. Как я и обещал, мы сегодня находимся в спортзале. Сегодня мы с вами попробуем расписать программу «Сплит» на 3 дня. Повторюсь, что я уже говорил в предыдущих выпусках. Если вы только начали заниматься, вам лучше начинать с фулбари. Но предположим, что вы все-таки не первый день в тренажерном зале. Поэтому сегодня мы просто составим простую базовую сплит-программу на массу. Помогать нам в этом будет Олег. Всего мы можем выделить 9 мышечных групп. Трапеции, плечи, грудь, широчайшие, бицепс бедра, икроножные и квадрицепс. Сейчас мы с вами попробуем составить программу. По желанию клиента сделаем акцент на грудь и на ноги. Итак, нам нужно сделать акцент на грудь и на ноги. Поэтому их мы нагружать будем 2 раза в неделю. Что я предлагаю? Первый день, понедельник, начинаем мы с классического жима лежа. Противоположное упражнение в третьем комплексе пишем жим лежа на наклон. И то, и другое делаем пирамидой 12, 10, 8, 6. После этого дорабатывающее упражнение. То есть в первом комплексе это у нас будет, допустим, разводка классическая на горизонтальной, 3 подходика по 10 раз. В третьем комплексе у нас дорабатывающее упражнение будет, к примеру, сведение рук в кроссовере. Тоже 3 по 10. Того получается у нас в каждом комплексе на грудь по 7 подходов. В принципе, этого достаточно. Поэтому после этого предлагаю перейти к ногам. Ноги будем прорабатывать следующим образом. В первом комплексе даем базовую нагрузку на квадрицепс и изолирующую нагрузку на бицепс бедра. В третьем комплексе наоборот. Соответственно, первый комплекс у нас идут классические приседания. Присед той же пирамиды 12, 10, 8, 6. В третьем комплексе делаем румынскую станку. Так, теперь изолирующие в первом комплексе на бицепс бедра – это сгибание ног в станке. А в пятницу делаем жим ногами. Румынскую станову можно выполнить 4 подхода по 8 раз. Жим ногами то же самое – 4 по 8. В первом комплексе сгибание ног в станке выполняем 4 по 8. В принципе, по 4 базовых упражнения в каждом комплексе, из тех, что мы написали в первом и третьем, должно хватить. Оставшиеся мышечные группы – это широчайшие бицепс, трицепс и плечи – мы распишем на второй комплекс, то бишь на среду. Начинайте лучше с большой мышечной группы, например, широчайших. Итак, первое упражнение у нас подтягивание с весом. Делаем 4 подхода по 8 раз широким хватом. Дальше дорабатываем крылья, тягли, штанги, наклоники низу живота. 4 подхода, но уже по 7 раз. Итого у нас получается 8 упражнений на широчайшие достаточно. Дальше вторая по величине из перечисленных мышечных групп – это трицепс. Трицепс мы нагружаем классическими отжиманиями на брусьях, естественно, с утяжелением. 4 подходика по 8 раз. Дальше дорабатываем трицепс, другой пучок уже 2 подходами, французский жим лежа. Так как мышечная группа у нас меньше, то 6 подходов на группу хватит. Поэтому делаем 2 подхода по 8 раз. Итак, у нас осталось бицепс и плечи. На бицепс делаем подъем штанги с читингом классического прямого грифа, 4 подхода по 8 раз. Одна из основных ошибок тех, кто только начал ходить в тренажерный зал, это то, что они начинают долбить бицепс с большим количеством изолирующих упражнений. На самом деле, достаточно маленькая мышечная группа, и достаточно одного тяжелого упражнения базового в неделю. Итак, у нас остались плечи. Так как у нас пока что акцента на плечи в данной тренировочной программе нет, то я предлагаю проработать конкретно только средний и задний пучок 2 упражнениями. Передний нагружать я не рекомендую по причине того, что он и так в достаточной мере будет работать при выполнении того же жима лежа и жима лежа на наклоне. Поэтому пишем мы разводка стоя с гантелями, 3 подходика по 10 раз. И на заднюю дельту тяга штанги за спиной. Итак, с перечисленных в начале 9 мышечных групп у нас незадействованы остались 2. Это верхние пучки трапеции и икроножные. Ввиду особенностей данных мышечных групп, то, что им нужно дать именно ту нагрузку, шокирующую для их гипертрофии, я предлагаю либо на начальном этапе вообще отказаться от них, так как я считаю нецелесообразным нагружать их в данный период, либо можно их раскидать, допустим, впихнуть в первый и третий комплекс, соответственно, 5 упражнение в первом комплексе, это может быть, допустим, подъем ног на носки, на икроножные, 3 подходика с максимальным количеством повторений, и на трапецию, в третьем комплексе сделать шраги. 3 подходика по максимальному количеству повторений. Итак, в принципе, программу написали, технику выполнили, мы рассмотрим следующий выпуск. Спасибо, что смотрели. С вами был Илья Лобниц. Подписывайтесь. До скорых встреч. I will be back.
танцуют все! Раз, два!